Всем привет, с вами снова Трибунал, и сегодня я решил снять видео о обновлениях, которые скрываются за модом. Для начала хочу сказать то, что я против модов, абсолютно никогда в жизни их не ставил и не буду ставить, и также всем не то чтобы советую, а категорически говорю то, что моды лучше не ставить. Это плохие вещи, которые к ничему хорошему не приведут. Но так как мне много кто пишет и присылают скрины, на основе этих скринов я решил сделать данное видео. Так как в моде есть некая функция, которая показывает скрытые файлы игры, да, то есть они не активны, но их становится видно. Вот, поэтому я решил снять это видео, чтобы мы знали, что возможно в будущем будут какие обновления. Также говорю о том, что возможно, почему? Потому что, например, даже те же драконы пятизвездочные, которые уже 2 года как есть на Китае, если я не ошибаюсь, то у нас до сих пор их нет. Вот. То бишь то, что мы увидим, не факт, что оно когда-либо будет, либо в какой-то форме. Также там некий будет некое обновление. Не обновления, но некоторые файлы, которые будут по рыцарям, эти файлы мне скидывали 2 года назад тоже. Тоже через мод показывали люди, сказали, что вот так, Серега, смотри, грядет обновление. Мы тогда это все обсудили, подумали, и в итоге до сих пор этого обновления не было. Поэтому не факт, что то, что я покажу сегодня на скринах, будет, но во всяком случае это вшитые файлы, те, которые есть в игре. Вот, и просто что их сейчас не видно. То есть, когда вы качаете обновление, вам же не всегда приходит сразу обновление. То есть, а некоторые файлы прилетают и остаются закрытыми для того, чтобы там позже их открыть и сделать типа какой-то релиз, чтобы, ну, не было, скажем так, не накидывать много обновлений сразу. Вот, не буду затягивать. Значит, перейдем к скринам. Так, вот первый скрин, значит, на этом скрине мы видим, что в центре, в 4-слотовой богине, есть еще один закрытый слот. Ребята говорят, нажимали, и там говорит, что пока функция недоступна, соответственно, мы можем предположить, что будет новая 5-слотовая богиня, и в нее в центре можно будет открыть вот именно еще один слот для богиньки. Я думаю, почему именно богиня, потому что для артефактов, по-моему, внешне немножко другой слот. Вот. Поэтому мне кажется, что это все же будет слот для богини. Вот. И это будут новые 5-слотовые богини. Ну, вот, в принципе, я вот как-то так думаю. Дальше переходим к следующему скрину. Ну, следующий скрин показывает, что в PvP оружие, ну не оружие, а в новом PvP снаряжении также будут слоты для камней. Вот. И соответственно их будет 6, по-моему. То есть как бы те, которые доп слоты новые открываются, тоже будут здесь открываться. Так, смотрим следующий скрин. Это непосредственно скриншоты уже делал я. Я делал эти скриншоты с видео. Мне прислали видео, после чего именно я нарезал скриншотов, чтобы было более-менее удобно. Значит, это то, что я говорил о рыцарях. Это видео прислали мне 2 года назад. Вот, значит, в рыцарях дополнительные бонусы. Видите, действительный бонус. Вот PvP мощь плюс 85. На 104 звездах PvP бонус PvP мощь плюс 90. Это то, что дополнительное, то, чего мы не видим сейчас у нас. Значит, как добивается 104 звезды, я в принципе не понимаю, потому что максимальное 100 звезд. То есть, соответственно, с этого ролика скриншота мы можем понять то, что возможно будет какое-то поднятие в звездном режиме, но опять-таки говорю, этому видео уже 2 года, и я спросил у ребят, которые юзают мод, которые прислали мне последние скриншоты. Вот, я спросил у них посмотреть вот эти рыцари на данный момент, как у них отображается. И они сказали, что сейчас даже с открытыми всеми функциями этих вот скриншотов, вот таких вот у них нет. То бишь, это было 2 года назад в скрытых файлах игры. И после там определенного времени, через какие-то обновления, это убрали. То есть, возможно, этого уже никогда не будет. Но, в принципе, посмотрим. Здесь у каждого рыцаря свои бонусы.
Мы сейчас их все пересмотрим. Так, вот здесь вот тоже идет PvP мощь. Плюс 50 и плюс 55. Здесь у нас иммунитет. Плюс 8,5% и плюс 9. Но опять-таки на 104 звездах. Ну, что очень странно. То есть, ну, в принципе, максимальный 100. Как 104 добивается. Возможно, это будет учитываться проточка. Типа 100 звезд, плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4. Например, и уже будет считаться 104 звезды. Как вариант. Здесь доп. Урон в процентах. Но здесь написано плюс 0, плюс 0. Непонятно. В принципе, может, если поставили бы сюда какого-то рыцаря золотого, то был бы какой-то другой бонус. Смотрим дальше. Здесь смертоносность плюс 5% и плюс 5,5% определенного бонуса. Так, здесь тоже смертоносность плюс 5, плюс 5,5. Здесь ОЗ. Я думаю, кстати, эти все параметры и шли бы на основу от рыцарей, но мне кажется, что все же этого обновления не будет. Макс защита плюс 5%, плюс 5,5% также, соответственно. Физ защита 8,5-9. Ну, соответственно, тоже здесь идет, наверное, от общей мощи героя. Чем больше мощь, тем больше бонус. Мне почему-то так кажется. Был бы. Так, и здесь у нас атака плюс 7,5 и плюс 8% соответственно. Вот. Это, по-моему, все по скриншотам, которые мне присылали. В принципе, сейчас вернемся назад на моего персонажа. Так, ну, в общем, резюмируем то, что мы увидели. Соответственно, есть очень большой шанс появления пятислотовой богини, поэтому, если кто-то начинает играть, я не знаю, не вижу смысла топить на 4, возможно, нужно покопить, и в скором времени появятся пятислотовые богинки. Также, потому что у нас очень много разных богинь развелось, соответственно, их куда-то нужно бросать, скажем так. И то, что артефакты обновили, это тоже один из звоночков, так как... В принципе, уже у всех камней много, и девать их некуда, и, возможно, добавится еще один дополнительный слот и для артефактов в том числе. Вот. Так, значит, слот богиньки и дополнительные бонусы у рыцарей. Соответственно, у каждого рыцаря. Вот, в принципе, я думаю, вкратце рассказал, там немного, вот все-таки два вот таких скрытых обновления, которые нам, мне показали ребятам. Вот, скриншотами, соответственно, я их показал вам. Ладненько. Ребятки, все, всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.